народных песен начали организаторы уютный традиционный праздник «Проводы зимы». Песни эти все мы знаем с детства, и подпевать слова, переданные из уст в уста из поколения в поколение, легко. Но, конечно, не только русской песней собрались почивать гостей, которых, к слову, собралось около сотни человек. Ребятишки, затаив дыхание, ждали, когда же начнется самое интересное – конкурсы, веселые игры и сладкие призы. Долго ждать не пришлось. А кого здесь только не было. И нежная зима, и добрая весна, и даже коварная Баба-Яга, которая вмиг полюбилась зрителям. Отрицательных героев здесь не было, все оказались очень добрыми и приветливыми. Любимыми песнями и бодрыми танцами провожали русскую зиму. Мы хотели донести в народ старую русскую добрую традицию. Масленица, конечно, была давно, но зиму-то провожать надо. Чтобы все вспомнили, что такое проводы зимы. А напомнить действительно стоило. Как выяснилось, немногие знают об этом празднике. Хотя общую атмосферу безудержного веселья уловили все без исключения. Меня привела мама. Только я не знаю, вот этот праздник зимой, который. Так кто тебя на праздник привел? Мама с папой. А мама с папой тебе рассказали про проводы зимы, что это за праздник такой? Нет. Не рассказали, вот их обязательно спроси после праздника, что он обозначает. Что тебе нравится сегодня здесь больше всего? Мне нравится, когда мы здесь играем, резвимся. Ну скажи, лучше же, чем дома сидеть? Да.